Согласно проекту, оформлению прежде всего подлежит в целом Олимпийский парк. Все объекты, переходы, станции, автомобильные остановочные пункты, они все уже украшены и готовы к приему гостей. Проделана огромная работа. Ведется также и цветочное оформление на территории Олимпийского парка. Установлены и так называемые малые архитектурные формы. Фигура волка Забиваки появилась на площади перед городской администрацией. Также стоит напротив стадиона «Фишт» в Олимпийском парке. Уже завтра здесь появится надпись «Россия-2018» с подсветкой в вечернее время. Будет световое оформление. У нас оформляется 200 навесных консолей. Они оформлены именно в стилистике чемпионата мира и Кубка Конфедерации. Будут вокруг Олимпийского парка. Сегодня монтаж и подсветка. Большой объем работы выполнены и оформление города флагами. Значит, сегодня мы, вчера, вернее, вечером закончили оформление дорогу на Красную Поляну, трассы всех олимпийских объектов. И сегодня вечером мы заканчиваем городскую среду. Разрабатывался и дизайн оформления автобусов. Их уже можно видеть на городских маршрутах. Машины, которые придут дополнительно на курорт, оформят в ближайшее время. Их разделят по направлениям. Часть будут перевозить люди от определенных объектов до места проведения соревнований, до стадиона «Фишт». Часть останется на рейсовых маршрутах. До 12 числа все работы по оформлению города будут завершены.